Запросили ордер на арест бизнесмена Вячеслава Платона. С таким ходатайством в суд обратилась прокуратура по борьбе с коррупцией. Платон находится под следствием по уголовному делу о превышении должностных полномочий. По словам прокуроров, он организовал и возглавил преступную группировку, причинившую Национальному бюро автостраховщиков урон в размере почти 20 миллионов леев. Платону предъявили обвинения по трем пунктам: мошенничество, нанесение материального ущерба в особо крупном размере, а также изготовление, хранение, продажи и использование официальных документов и фальшивых печатей. Следствие по делу начали 2 декабря. В настоящее время принимают меры для установления всех обстоятельств, а также проведения полного и объективного расследования с целью возмещения причиненного ущерба и привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению правонарушений. Адвокат Платона Ион Крецу заявил для нашего телеканала, что еще не обсуждал с ним этот вопрос и комментарий предоставит позже. В 2017 году бизнесмена приговорили к 18 годам лишения свободы по делу о банковском мошенничестве. В прошлом году его освободили после того, как Кишиневский суд сектора Чеканы полностью удовлетворил ходатайство генпрокурора Александра Стоеногла о пересмотре дела. Летом этого года Вячеслав Платон уехал из страны. Его несколько раз видели в Лондоне.